time of great darkness. After an age of fellowship and wonder, the kingdom's peace was about to be broken. Its heroes stood powerless as their legendary friends from a distant land. The Wizard of Oz and the beloved Dorothy Gale simply vanished, snatched from the realm by some dark and terrible magic. The land was gripped by fear, and that is when it struck. The Great Darkness. It came with insatiable hunger, stabbing at the heart of the kingdom's magic. But the Pool of Wonders had a protector. Queen Ozma herself cast the spell, moving the pool's power into the kingdom's countless gems. The darkness faltered, but was not defeated. It screamed in the sky, vowing that soon, no force in Oz could stop it. That was when the Queen risked everything and reached beyond for Oz's salvation. Ophelia Shen never knew her mother. Her father had died in the war. This world had taken everything from her. Well, almost everything. She tried to dream of a better place, somewhere where the darkness couldn't follow. But somehow, it always found her. So she vowed to be brave as the darkness came for her, and made a final promise that in the next world, she would fight to make it a brighter one. This was ironic, considering where she ended up. Still, it seemed that even this beautiful place wanted to take something away from her. But Ophelia Shen was in the Land of Oz, and she would soon learn that here, nothing is what it seems, and the darkness is always close. Далеко за радугой, за много миль к востоку, от нигде лежит волшебная страна Оз. Эль Фрэнк Баум. Волна первая. Офелия, что-то будто подсказывает мне, что делать. Слушай меня, и я клянусь, что мы справимся с этими летучими тварями. Так, выбираем атаку. Так, легко и просто. Для большинства умений требуется мана. За один ход производится две маны. Не жадничайте, давайте потратим. Давай потратим. Так, у нас есть вот такой удар. На-ка тебе. Замечательно. Это, насколько я помню, ребята, летучие обезьяны. Я так понимаю, игра сделана по стране Оз. Такая была сказка у нас в свое время. Уфин, Джус и деревянные солдаты. Все из этой стихии. Видите эту затейливую очередь ходов? Она показывает, в каком порядке будут действовать участники битвы. При каждом действии врага вы получаете один к инстинкту. Эй, девочка, не спи, пора пробудить твою сокровенную мощь. Ну, давай посмотрим, что у нас за мощь. О, довольно неплохо. При пробуждении Офелия станет быстрее и намного смертоноснее. Впрочем, как и все хорошее. Это не длится вечно. И еще одно. О любой карте умения можно узнать больше, если коснуться ее и удерживать. Понятно. Так, давай добьем эту с тобой обезьяну. Фигову. На. Только здесь, друзья мои, небольшие переделочки у нас. Девочку звать у нас Офелия. А вместо собачки Татошки у нас здесь какой-то кот. Так, ну что, первая битва, мы с тобой выиграли ее. Рюкзак Эссенция. Это чистое воплощение магии страны Оз. Применяется для улучшения умений, создания самоцветов и покупки предметов. На 3 звезды, как с куста, отлично. Лапы прочь, бананоеды. Офелия, на помощь. Меня катахищают. Оставьте девчонку, похоже, этот кот самый большой самоцвет в королевстве. В башню! А ну вернитесь назад и сражайтесь. Отпустите его, я сказала, вернитесь назад. Я найду тебя, котик, ты держись там. Нет места лучше дома, согласен? Полностью согласен. А это еще кто у нас? Это что еще за ведьмочка? Так, друзья мои, знаете, что мне хочется посмотреть? Хотелось бы глянуть, можно ли здесь... Наверное, можно, но попозже. Графику настроить. Сонные маки. Так, она мне что, усыпить, что ли, хочет?
Так, щит крит. Манна ожог, ё-моё, что она делает? На тебе. Так, еще давай ударчик. На. Такая девчуля с ножами совсем там. Как будто ассасинка какая-то. А что вот это за удар? Вау. Слепоту повесили. На тебе. Я думаю, сейчас добьем. Так, 52 есть? Есть. Опять сонные маки. Что-то так игра началась больно резко. Ну что, все? Взгрустнулось тебе, да? А мы красавцы. Здесь, кстати, в этой игре также будут у нас железный дровосек, этот, соломенная башка и, конечно же, лев. Бросите серебряную монету в волшебный пруд и получите могущественные предметы. Мне нужно найти этот пруд. Так, новый уровень команды. Так, энергия чуть-чуть возросла. Можно улучшать умения до второго уровня. Отлично. Погоди, а у меня же этих ребят нету. Ни страшилы, ни дровосека, ни льва. А здесь они почему-то есть. Невероятная сила. Но самоцветы скоро о тебе позаботятся. Жаль, что я не увижу твоей гибели своими глазами. Обезьяны на восток. Мы с тобой еще увидимся, чужеземка. И условия буду диктовать я. А ну вернись, трусиха. У тебя мой кот. Дитя, успокойся. Я королева Озма. И я тебе друг. И я говорю с тобой из изумрудного города с помощью волшебной картины. Я понимаю, что ты сбита с толку, но я обещаю ответить на все вопросы и помочь найти твоего кота. Но прежде всего, ты нужна мне здесь. Послушай-ка, королева в блестящей картинной рамке. Я никуда не собираюсь. Что за черт? Прекрати выкидывать со мной такие шуточки. Может, мне кто-нибудь все-таки скажет, что здесь происходит? Война, Офелия Киан. Страну Оз раздирает на части великая тьма, которая портит и искажает все, чего не коснется. Ведьма, с которой ты сражалась, может привести нас к ее источнику и к нашим пропавшим друзьям. Чтобы помочь тебе в поисках, я призвала величайших героев нашей страны Оз, Страшилу Мудрого, Железного Дровосека и Смелого Льва. Ты выстояла против таких врагов и осталась в живых? Видимо, у тебя талант, милая девочка. А мы поможем тебе найти ведьму и спасти любимого кота. Я думаю, что злых колдуней больше нет. Твоя победа — немалое достижение. Буду рад узнать больше о тебе, Офелия. А еще о твоей магии. Кажется, ты немного тощая для воина, котенок. Впрочем, неважно. А Дороти того же роста. Но она изменила всю жизнь королевства. Ого. Ну так зачем мы тут прохлаждаемся? Ведьма сказала, что она направляется на восток. Ваши поиски начинаются в стране Живунов. Ради всего нашего королевства я надеюсь, что там они и закончатся. Живуны, что-то знакомое, знакомое такое. Так, коснитесь, чтобы собрать. Дерево такое. Я долго заботился об этом городе и охранял его секреты. Пора поделиться одним из них. Каким? Фонтан или пруд? Пруд. Волшебный пруд дарует силу искренним защитникам страны Оз. Достойны ли вы его? Конечно. Так, ну что, бросим? Эссенция. Понял. Изумруды. Изумруды нужны для покупки полезных предметов в лавке и волшебном пруду. Ключ к волшебным воротам, встречающимся в стране Оз. Волшебный залп. Так, тип цели дальний бой случайный. Поражает 4 случайные цели. Урон дальнего боя. Новинка. Новая карта умения. Редкая. Вихрь ножей. Невероятно, это карта редкого умения вихрь ножей. Ближний бой. Так, случайный. Набрав немыслимую скорость, нанесите урон 3 случайным целям. Повышает крит шанс на 25% для этой атаки. Солидно. Так, что, выходим, да? Умение. Это ваша книга заклинаний. Здесь можно просматривать и улучшать умения каждого из героев страны Оз.
Перетащите карту умения «Вихрь ножей» в набор умений вместо одного из прежних. Так, «Вихрь ножей». Сюда? У вас хватает карт умения «Вихрь ножей» для того, чтобы его улучшить. Давайте это сделаем. Давай. Так, 2500 пыли тратим. 176, так. Находите сокровища в сражениях компании. В волшебном пруду можно найти и открыть еще больше умений. Я понял. Улучшив это умение, вы завершили свое самое первое задание. Вас ждут награды. Задание. Так, смотрим, что нам тут полагается. Забрать пыль. Замечательно, почаще проверяйте свою книгу заданий и собирайте награды. Это мы сделаем, это нам без проблем, друзья. Ступайте по дороге из желтого кирпича в город Живнов. Победите ведьму и найдите наших пропавших друзей. Дорога из желтого кирпича, помню. Так, город Живнов. Вот тут как происходит все. Так, ребят, сейчас я проверю настроечки. Так, ну что, давай смотреть. Враги, какие-то пауки, крысы. Первые неприятности. Дороти сказала, если мы будем долго идти, то рано или поздно куда-нибудь допридем. Лучше послать меня в этот бой, но решайте сами. Ну, решайте сами. Так, страшило. Изменить набор. Хотя зачем нам изменять? Мы можем вот прокачать. Поражать 4 случайные цели. Урон дальнего боя. Так, давай-ка улучшим тебе. Замечательно. Так, кто у нас вообще? Где отряд? Вот это вот, я так понимаю, да? Допустим. Изменить набор. Ну, я думаю, что менять набор не надо, хотя... Так, волшебная броня. Тут так много всего дано. Ёк-мака. А, ну тут не найденные карты. Фу ты. Я уже подумал, что это все у меня есть. Лавка. А что в лавке? В лавке за пыль мы можем с тобой приобретать, скорее всего, да, все это? Вот так вот, значит. Окей. Ну что... Компания. Я думаю, мы вот так и оставим пока. Изумрудный город. То есть мы отсюда идем сюда, я так понимаю? Так, я не могу понять, почему тут надо что-то. Может быть, надо вот так вот выбрать. Точно, ребят, скорее всего, надо выбрать. Битва 2. Будь начеку, все чаще нападают монстры и даже в стране Живнов. Теперь опасно. Живун? Правда? И насколько там опасно? Ты даже не представляешь, это моя родина, и когда-то над ней властвовала жестокая бессердечная ведьма. Но все изменилось, когда к нам попала Дороти Гейл. Это ваш пропавший друг? Девочка из моего мира? Да, вот поэтому нам нужно найти ее, волшебника и твоего друга. Хаос охватывает страну Оз, и я боюсь, что это только начало. Окей. Так, мы вдвоем, что ли, получается? О, паучье тут прибыло. А почему это только страшило-то пошел? Много лет назад у меня было так мало мозгов, что я не отличил бы книги от фиги. А теперь, сколько ни учись, а мне все мало. Давай посмотрим, что вот это у нас такое. Режет всех врагов волшебным лезвием из земли и самоцветов. Давай глянем, как это будет выглядеть. Так, подожди. А, понял. То есть это до сих пор еще как бы идет обучение, что ли, да? Окей. Ладно, сейчас страшило. При каждом использовании своего умения я получаю внимание плюс один. Когда шкала внимания заполнится, мое следующее атакующее умение получит сверхзаряд. А теперь прогоним этих чудовищ назад во мрак. Согласен. Воу. Просто валунчиком взял паучка и снес. Ну-ка, давайте посмотрим этот фаербол. Так, а, на нас яд висит. Я думаю, что такое-то? Это у нас щит. Так, ну что, добьем паучка от этого? Плешивого. Угу, двигаемся дальше. Это еще кто такой?
Вторая волна. Смотрим вот эту штуку. Ого. Вот это торнадо. Вот это было замечательное торнадо. На тебе. Паучара ты несчастный. Страшило такой. Сундук. Ага. Эссенция. Так, сафировая руда. Руда для создания сафиров. Рубящий удар. Это для дровосека, друзья. Нанесите урон классическим ударом лесоруба. Причем я могу это прокачать. Так, мы получаем с собой новый уровень. Мощь растет. Продолжить, конечно же. Повторить, продолжить. Зачем нам повторять? Мы продолжаем с тобой дальше наше путешествие. Офелия, ты в порядке? У меня такое чувство, что я вот-вот проснусь от самого нелепого сна, какой у меня был. Это не сон, это страна Оз, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы она не превратилась в кошмар. Нам нужно спешить, разыскать ведьму и остановить злых зверей, которых она собирает вокруг себя. Ну это понятно. Поставил настройки на максимальные, ребят, не знаю, может быть надо будет перезайти в игру, чтобы они вступили в силу. Выбери меня, я не подведу. Так, дровосек у нас идет. Вначале давай мы тебе прокачаем вот этот вот удар твой стандартный. Окей. Так. Ну что, битва? Значит, теперь нам покажут, на что способен дровосек железный. Хотите драки? Вы ее получите. Ну-ка. Просто крысу на удар. Меня не сердят удары врагов. С каждым полученным ударом я вырабатываю машинное масло. Плюс один. Вот здесь вот машинное масло. Когда набраны все 4 единицы масла, оно автоматически превращается в одну дополнительную манну. Да, ржавчины явно стало поменьше. Давай остановим этих бандитов. А вот это что такое? Ну-ка. Отличный удар. Мне понравился. Топорик-то у тебя, конечно, дровосек классный, на самом деле. Так, это еще что за хлыщи? Давай-ка попробуем вот этот удар. Дровосек. Так, нанесите одному врагу крушащий удар. Урон зависит от вашей защиты, понял? Это не годится. Так, у нас дровосек может лечиться. Будем знать. Вот это что такое у нас? Защиту вешает. Так, ну-ка, дровосеку повесили кровотечение, вы серьезно? Да быть такой... Да это лучники, запарили уже, ну-ка. Отлично, будем знать, что это массовая атака. Стрелки фиговые, ты посмотри. Облился масленкой. Но выглядит он прикольно. Так, эссенция. Ключ. 41 ключ. Так, отважный коготь. Но это уже для льва. Простой режущий удар. По два соседствующим целям. Понятно, короче. Ну, тут на 3 звезды. Продолжить. Сейчас, скорее всего, мы с тобой возьмем льва. И будем за него юзать. Поехали. Так, тут обезьяны и какие-то непонятные ханорики. Кто это такие вообще? Темный маг. Эти могущественные заклинатели повелевают стихиями. То есть... Теперь моя очередь проявить себя. Это, конечно, если вы решите послать в бой меня. А как будто у меня будет выбор. Так, вначале мы тебе прокачаем твой удар. Отлично. И пошли в битву. И я никак не могу прийти в себя. Эта страна, она такая странная и в то же время удивительная. Соберись, девочка, что-то надвигается. Я это просто чую. Так а кто тут может надвигаться? Конечно же, враги. Больше некому. Ух ты, вот они эти маги. Давным-давно я был трусом и дрожал до кончика хвоста при малейшей опасности. Ну, проверим. О, он наносит удар и лечится. Всякий раз, нападая на врагов, я обретаю смелость. С каждой единицей смелости я становлюсь сильнее. Но когда враги наносят мне удары, я теряю смелость. Давай прикончим врагов.
Угу. Так, он очень быстро, кстати, набирает свою ярость, я смотрю. Ну-ка, давай так. Почему-то он мне напоминает это из «Красавицы и чудовища», да? Того самого чудовища. Так, ну что, посмотрим, что это у нас за удар такой. Хорош. Сейчас мы сделаем с тобой. Так, минус одна обезьяна. Давай от этого. Все. Обезьяны минус. Такой отряхнул лапы, типа, как щеглов разнесли. Опять же, эссенция и алмазная руда. Удар из подворотни. Прекрасно. Ну что, продолжить. А удар из подворотни — это для нашей девочки. И это запах победы. Но я чую и кое-что еще. Другие звери? Ведьма? Нет, что-то сладкое и блестящее. Может быть, это сокровище? Опа. А куда нам нужно идти? Здесь закрыто. А, у вас не хватает принтера, чтобы разблокировать и использовать. Если не уверены, какого героя отправить в бой, посмотрите на круговую диаграмму соотношения классов. Так, красный бьют зеленый, зеленый бьют желтых, желтые бьют синих. То есть делаем выводы, да? Король грызунов рекомендуется 4 уровень. А здесь, значит, надо взять красных и получается синих. Красных и синих. Да я уже понял, понял. Броня, ловкость, сила и магия. Угу. Выбор подходящего героя — залог успеха в битве. Ну, я тебе говорю, нам нужно взять с тобой магию, получается, да? И силу. А кто у нас за что отвечает? Так, я так понимаю, Страшила отвечает за магию. Красная, да? А выбрать я могу только одного персонажа, получается. Одного персонажа, нельзя выбирать двух. Ну, возьму, например, Страшилу. Или... Ну да, точно, только одного могу взять. Так, волшебный пруд. Слишком низкий уровень команды. Ах, ты жук, ты навозный. Мне нужен 4 уровень, ребята, а у меня только 3. Поэтому тут не обсуждается, мы с тобой двигаемся примехонько. Но не имеет значения, кем ты будешь драться, все равно уровень не получают все. Бедные жители, так тяжело им не было с тех пор, как... Не называй ее имя. Чье? Еще одной ведьмы? В них прямо можно запутаться. Офелия, магия создала страну Оз, а ведьмы искусны в магии. Но эта угроза пришла из прошлого. Это призрак. Надеюсь, не взаправдочный призрак, хотя здесь уже ничему не удивляюсь. Ох ты. Слушай, ну действительно стало почетче, да? Что ты там кукарекаешь? Я не пойму, кукарекает он мне. Так, тут можно поменять скорость, я смотрю. На тебе, скритовки. Так, ну что, влупим? Это не добитыш. Так, за ноль. Готов. Кто там следующий? Так, лучник. Ну-ка, проверим. Ух ты, обожаю вот эти вот удары, которые наносят массовый урон. Четенько. Все как в аптеке. Такая ассасинка. Прикольно смотрится. Так, ну что, друзья мои, эссенция и рубиновая руда. Плюс волшебный взрыв. Это у нас, по-моему, для Страшилы, насколько я помню. Опачки, уровень 4. Замечательно, мощь у всех выросла. Продолжить. Кстати, теперь-то мы с тобой можем, скорее всего. Друзья, поспешите, изумрудный город опять в опасности. Она вернулась. В город? Кто вернулся? Генерал Джинджер. Вам не выстоять против? Прочь с дороги, червяк. Если бы я хотела завоевать изумрудный город, то давно бы это сделала.
Может, перестанете пока играть в героев и пройдете за мной на арену? Так, что еще за арена? Так, введите имя, окей. На изумрудной арене герои могут сражаться с другими героями, сравнимыми по мощи. Мы попросили разных обитателей страны Оз помочь вам в сражении. В битву можно взять двух компаньонов. Для вас уже организован учебный бой. Нажмите в бой, когда будете готовы. Я уже готов. Каких-то двух компаньонов нам дадут. Посмотрим. Ого. Лев, а, наставник, понял. Мой ход. Ну, начнем с паучка, с самого легкого. Трындец, самого легкого. Так, тихо, парень. Так. Короче, эти автоматически сами по себе ходят. Я управляю только лишь одним персонажем. Значит, нафиг надо делать вот так вот. Не хватает, понял? На тебе, крит. Так, я сейчас попробую вот этот вот удар сделать. Он сделал 7, кроме, ё-моё, самого льва. Молодец, красавчик. Так, а это у нас что такое? Пробудите свою сокровенную мощь, дарованную страной Оз, и нанесите дальний удар по всем врагам. Вот это я и хочу сделать. Паучара выжила, а? Ты посмотри. Блин, ты держись, парень. Так, лев-наставник, блин, заколеб... Трындец, этот упал у нас. Ну, что мы можем сделать? Обратите появившийся инстинкт в смертельную точность и в магический щит. Так, щит и крит. У нас возрос. Смотри, какой-то удар у нас. Блин, паучара минус. Я попробую вот этим ударом сейчас. Ого. Ты прикинь, кританул как. На тебе. Хе-хе, и наставничек тоже мне. Повержен. А что интересно, мы в этих сундуках будем с тобой зарабатывать. Победа в битве принесла вам трофеи и сундук сокровищ. Заработайте еще трофеев, чтобы перейти в более высокую лигу с более щедрыми наградами. В сундуке сокровищ можно найти предметы, опыт команды и карты компаньонов. 2 часа будет активироваться. Чтобы отпереть замки на сундуках, нужно время. Но наши слесари готовы помочь за изумруды. Пока вы дожидаетесь сундука сокровищ, давайте изучим уже доступных компаньонов. Набор героя. Так, изменить набор. Сюда кликнуть. Как и умения героев, компаньонов можно улучшать и усиливать с помощью карт компаньонов. Теперь ваша судьба зависит только от вас. Удачи! Я вижу, тут можно крысу улучшить. Так, то есть компаньоны, которые будут мне помогать на арене, они тоже у нас прокачиваются отдельно. Понятно, но ходят они, не забывай, автоматически. Так, а что у нас у страшилы здесь есть? Я смотрю, единичка, а не вижу. По прокачке вообще ничего не вижу, ребят. Ладно. Соглашаемся, да? Так, можно отсюда как-то уйти? На арену мне пока еще рановато. Ну, я так думаю. Тут у нас, друзья мои, даже чат есть. 15 мест открыто на вершине 100. Нарад. Всем привет. Так, задание. Выполнили. Давай-ка забирать с тобой тогда награды. Ключ. 50 опыта и все. Тут что у нас? Эссенция. Больше пока ничего нету. Окей. Так, чудеса. Ну что, закинем? Бесплатно. Монетку. Так, нам выпадает эссенция. 1500. Отважный коготь. Это на льва. И что? Что там? Новинка. Рваный удар. Это для дровосека. Нанесите тяжелые раны двум соседствующим врагам. Кровотечение. Шанс 100%. Наносит урон 24 на протяжении 3 ходов. То есть за 3 хода он выносит... Сколько? 72 очка. Здоровья.
Я считаю, неплохо. И что-то еще. Ошеломительный визг. Это у нас для Офелии. Испустите пронзительный визг, который наносит всем врагам урон дальнего боя и вызывает у них смятение. Смятение — это один ход. При смятении цель шансов 90% промахивается при своих атаках. Вот это замечательно. То есть мы делаем на них слепоту, одним словом. Так, а как мне прокачивать вот эти вот? Продолжить, наверное, да? У нас еще есть серебро. Давай монетку бросим серебряную. Так, эссенция 10 тысяч. Так, необычный опал дает 10 плюс к защите. И... это для страшилы. А, нет, это для льва. Магическое копье. Выстрелите магической энергией по одной цели. Удар из подворотни. Ну, это у нас уже было. И бросок кинжала. Так, повышает крит шанс на 25% для этой атаки. Новая карта умения, редкая. Царь зверей полностью заряжает счетчик смелости. Нифига себе. То есть, если ты захотел сделать суперудар, да? Просто нажимаешь на эту карту и все. Также можно здесь, ребята, и золотые бросить монетки, но здесь нужно 750 изумрудов, а у меня 305 всего лишь. Запись какую-то можно делать непонятную, странно. Так, ну что, можно прокачать сейчас эти наши скиллы, которые есть, а именно умения. Так, например, для нашей Офелии улучшить, давай сразу же по полной. Так, а больше не могу, да? Выше, по-моему, по уровню не получается, да? Окей. Все. И здесь... а здесь максимальный уровень, ты понял? Вот если у нас будет 5-й, тогда мы сможем с собой прокачаться. Так, страшила. Улучшаем. Страшила у нас идет как маг. А железный дровосек, я так понимаю, он идет все-таки у нас как страж. Ну, таунт, танк. Так, снаряжение. Прокачиваем. Здесь у нас еще магическое копье. Так, новый уровень команды, друзья. 10 изумрудов получили. Соответственно, повышается у нас ранг, мощь и все остальное. И вот здесь вот тоже. Ох, нифига сколько стоит. Да, эта эссенция быстро у нас закончится, я тебе скажу. То есть я могу взять... где у нас вот этот вот царь зверей? И поменять... вот так вот. Окей. Шок. Угу. Все, я соглашаюсь. Так, выполнили еще одно задание. Где именно? Здесь. Забираем. Ну и... так, в чат это все понятно. А пошли в компанию. Город Жевнов. Мы можем, кстати, вот сюда пойти и уже атаковать. Давай-ка я возьму, наверное, дровосека. Ой, дровосека этого. Соломенная голова. Страшилу, короче. Крысы. Сколько волн, пока не знаю, ребят. Ну, влупим. Хорошо, бомбит. Ну и урон получает конкретный. Ай-яй-яй, недобитыши. Допустим, сколько здесь волн будет? Максимальное внимание у нас есть. Вот он, да? Так, максимальное внимание. Что мы можем с собой сделать? Швырните ядро из земли и самоцветов. Так, урон стихия земля. Ну, давай бомбанем. Вырубили мы этого главного-то вшивика. Так же, как и здесь. Так, залечим раны, наверное. Нет, это не раны было, это был удар. Все, ребята, оказался довольно легким этот босс. Я тебе скажу. Паза ПД. Так, новинка. Обугливание.
Поразите все цели огненными шарами. Все цели, то есть это массовая атака. И уровень команды 5. Ну все, я понял. Продолжить. А мы дальше можем туда пойти? Вот в эту сторону. Ага, сундук. Бронзовая монетка. Обычный рубин, 20 к здоровью. Слушай, а куда их? Один к скорости. Их куда-то, наверное, можно вставлять. Вот эти вот камни. О, я надеялась, что помощь придет, но не ожидала, что это будете вы. Ваши подвиги известны по всей стране Оз. Вы легендарный герой. Спасибо, сударыня, но у нас мало времени, и мы... Сударыня? И это мне сказал сам Ник Лесоруб, железный дровосек, и я бы сделала реверанс, да боюсь упасть в обморок. Простите, сударыня, не сочтите меня грубым, но у нас важная миссия. С ума сойти, смелый лев собственной персоной. Вы еще свирепее и симпатичнее, чем я думала. Что ж, рад, что слухи оказались правдивыми, лапушка. Послушайте, нас послала королева Озма. Нам нужно остановить бесчинствующую ведьму и найти пропавших друзей. Вам что-нибудь о них известно? Увы, нет. Я убежала, как только на деревню напали первые чудовища. Они заявились, чтобы поработить нас и сожрут наших детей, если мы не отдадим им все самоцветы. Самоцветы? Выходит, этим чудищам нужна наша магия. Не знаю, уважаемый Страшила, но с тех пор, как Дороти и волшебник пропали, в стране же вновь творятся мрачные дела. Я скучаю по дому и по своему милому мужу, но настали тяжелые времена. Надеюсь, вы сможете навести порядок в королевстве, но боюсь, я этого не увижу. Не увидит. Так, опять у нас эти обезьяны. Давай-ка, роднулька, пойдем-ка мы с тобой будем разбираться. Куда теперь? Одна дорога ведет в город, но нам нужно заглянуть под каждый камень или кирпич. И к чему ты это сказал? Что я должен куда-то заглянуть? Так, мы уже в каком-то городе. Ну что, влупим? Сразу же начнем. Только так мы можем с тобой начать. Хорош ты. На. Загнулась макака. Давай следующий. Вот так вот. Что ты там кряхтишь, крякает у меня. Удар из подворотни. Почему из подворотни, а не из подтишка? Так, у нас есть массовая же атака, да? Угу, только двоим будем. Так. Этого вообще в крит сразу же убрали. Ну-ка, если так. Ай-яй-яй. Давай. Четенько, да? Щит. Добивка. Мгновенный удар. Все, друзья мои. Так, это куда мы с тобой пошли? В город, получается? Так, эссенция. Ключи. Новинка. Огненные жуки. Призовите 5 огненных жуков, которые атакуют 5 случайных целей. Урон дальнего боя. Стихия огня. Так, ожог, шанс 50%. Угу. То есть могут повесить ожог. Так, секундочку, это мы с тобой... Нам, наверное, надо сюда идти или куда? Или мы можем с тобой пойти наверх? Горный перевал. Возможные награды. Погнали. Давай-ка дровосеком поиграем. Горный перевал, да, значит? Фига. Шипы. Ну-ка. Че себе, это как будто какие-то бронтозавры. Причем довольно крепкие. Ох, ничего себе. 166 здоровья. Давай восстановим себе хп. А вот это что такое у нас? Высоко подпрыгнув, обрушьте топор на врага. А сколько урона мы наносим? 250 или что? Да, 250 урона. То есть сразу снесли его в хлам. Ну, радоваться было рано.
195 урона наносим. То есть этому сразу крышка должна быть, по идее. Странно. Да отвали ты. Залечивать раны пока рано. А вот это хорошо было. Да. Сердце у него это пурпурное, это помнишь, которое ему Элли сделала? Так, ключи, широкий взмах. Можем прокачать, кстати. Так, там до сундучка, по-моему. Блин, да еще прилично до сундука. Еще как-то то ли мини-босс это будет. Так, синие, зеленые. Синие, зеленые. То есть нам выгодно взять... Ну да, в принципе, дровосек подойдет для этих целей. Чувствуете этот запах? Что-то странное. Что такое? Опять чисы? Или как правильно? Чисы? Обсудим правописание как-нибудь на досуге. Но пахнет и впрямь скверно. Готовьтесь к неприятностям. Ну что там еще пахнет скверно? Так, ну с этими щеглами я разберусь, уже встречались. 81 к атаке. Блин, вот это плохо, что у них, короче, шипы. Вот эти, они мне наносят ответный удар. И я теряю здоровье от этого. Давай-ка вот это расколбасим. Сразу, на 250. Так, хильнемся. Шипы свои бросил. Жалко, у дровосека нету тоже дальней какой-нибудь атаки. Так было бы прикольно. Так, подожди секунду. Хватает у нас 6 энергии? Не хватает. Защиту возьмем. Так. Я, наверное, лучше залечу раны. И вот этот удар сейчас применим на него. Твою налево, он 6 стоит. Давай уничтожим тогда вот эту вот обезьяну одну. Плюс защиту сделаем. 3 энергии всего лишь. Блин, мало. Пам-пам-пам-пам. Давай сделаем так. Так, лечение. А вот теперь добиваем. Все. В минус. Ну, молодец, молодец. Смазал свои шестеренки. Ключи. Так, и львиный рык. Тоже можем прокачать. Львиный рык. Так, вот сейчас будет у нас, наверное, как бы типа мини-босика, я так понимаю. Ох ты, адский пик. Когда в стране Оз пробудились темные силы, на волю вырвалось много древнего зла. Возможные награды. Необычные. Призовите волшебный силовой щит с магическим льдом, который дает защиту на 3 хода или пока не истощится. 222 защиты дает. Он желтый, да? Дракон. Размер прожорливых драконов может сравниться только с их аппетитом. Прежде чем сделать свой легендарный огненный выдох, они глубоко делают вдох. Так, против желтого нам надо брать зеленый. Зеленый это у нас наша девчуля. Как жарко! Откуда такой жар? Земля впереди вся растрескалась. Похоже, гора вот-вот станет вулканом. Держитесь подальше, дружище. В воздухе пляшут искры. Если ты загоришься, у нас нет воды под рукой. Кажется, сейчас это не самая важная проблема. Смотрите. Внимайте, смертные. Вы вторглись в мои владения. Ваши поиски тщетны. Будь вы из железа, соломы, плоти или крови. Вы сами. Ваш город и все ваше королевство сгорите в огне. Так. Ё-моё, мини-босс, что ли?
929 хп, серьезно, что ли, блин? Ёк-макарюк, ребят. Ну, у меня только один удар пока есть. 68 урона наносим, блин. Укус. Ладно, он тоже не особо сейчас пока сильно бомбит. Давай так сделаем. О, крит. Так, психует чувак. На тебе. Так, может, кинем в него нож? Ах ты. Так, он мне ступор какой-то. Ну-ка, поехали. Вот это прекрасный был удар на самом деле. Три атаки. Слушай, а он ватник, оказывается. Наверное. Е! Да выеживался. Эй, дракоша. Все. Кирдык ему был. Так, эссенция, ключи. Новинка, да, да, та самая карта. Это, скорее всего, для железного. Ой, для этого. Для страшилы. Он же у нас маг, магистр тут. Не понимаю. По волшебным законам драконы обязаны жить под землей. Ты прав, но природа магии в стране Оз изменилась. Старые законы больше не действуют. Нужно быть готовым к неожиданностям. Зато мы с тобой зарабатываем сундук. Золотой. Так, серебряная монеточка. И все. И все. Так, а у нас здесь тоже какой-то типа... Кто ты? Ведьма. Ведьма использует проклятие, чтобы ослабить врага, а затем добить его мощной теневой магией. Угу. Ну, здесь, я думаю, нужен будет нам маг. Стой, кто смеет пересекать имперские земли? Рыцарь-предатель. Ты когда-то верно служил стране, как и все мы. Это время перемен, железный дровосек. Теперь мы служим собственным интересам. Отдай нам свои самоцветы, и, быть может, мы и позволим тебе мирно заржаветь. Глупцы и эгоисты. Меня трудно вывести из себя, но вам это удалось. Вперед за страну Оз! Так, железный дровосек психанул. Так, ну у нас здесь страшило будет орудовать. Поехали. На тебе. Так. Но в защите, конечно, слабый он. Давай так сделаем. Ух. Но в магии нет ему равных. И это круто. Так, здесь уже эти с алебардами тут пришли. Давай-ка сделаем вот такой. На тебе фаербольчик. Ожог получил. Так, это вторая волна. Их будет три. Три волны. Так, щит. Так, погоди-ка секундочку. Мне не нравится, что у нас тут происходит. На Рамоль, так фаербольчиками мы с тобой бомбанули. И последняя, третья волна. Кто у нас здесь? А, ведьма же. Что у нас есть? Так, подожди. Направьте ужасающую смерть на одного врага дальнего боя. Нет, 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 нет. Так, это нам недоступно. Режет всех врагов волшебным лезвием из земли и самоцветов. Давай-ка вот это вот запустим. Слушай, ну хорошо ей досталось этой ведьме, ты посмотри. Что там на нас? Ох! Тихо. Минус ведьма. Замечательно. Блин, ребята, у нас очень мало здоровья. Катастрофически мало, понимаешь? 121 здоровье. Давай так сделаем. Есть. Так, ну что, прошли мы здесь. Молодец, страшила, не подвел. Белый жемчуг. Жемчуг, излучающий ауру магии. Применяется для развития героев. И карта умения. Нож с вывертом. С вывертом. Прекрасно. Что я могу сказать, че? Поверить не могу, что они и так предали простых людей. Не у всех такое сердце, как у тебя, лесоруб, особенно перед лицом войны. Многие становятся жадными и бездушными. Лев, дело не только в этом. Это поборница. Похоже, она была обучена заклинанием. Но кто ее учил?
Ну, вот этого мы не знаем, кто ее учил. Чудеса. Че, давай, наверное, забросим с тобой монетки. А вот что-нибудь да выпадет нам. Такое дерево. Прикольно. Так. Новинка, ребята. Инстинкт выживания. Повышает уклонение на 3 хода. И торнадо. Это у нас для страшилы идет. Для железного дровосека. Так, но это еще не все. Ну, понятно, эссенция. Так, рубиновая руда. Что-то идет. Так, ребят, новинка, размышление. Дает немного здоровья сразу и затем каждый ход в течение 3 ходов. То есть постепенно отхил. Новинка, шок. Поразите молнией одну цель. Урон дальнего боя. Стихия молнии. Оглушение на 50% шанс на один ход. Оглушенные цели не могут совершать действия во время своего хода. Ух ты, твердыня. Стисните зубы и приготовьтесь к тяжелой битве. Существенно повышает защиту на 3 хода. И опять же гроза. Новинка, ребята, это для страшилы. Призовите 3 волшебные молнии. Каждая молния поражает случайного врага. Так, молния. И опять же есть шанс оглушить противника. 50%, который дает к оглушению. Я считаю, что это круто. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, скиллы прокачаем. Где у нас там умения, умения, вот они. Пока есть такая возможность. Так, размышления. Сразу улучшим по полной программе. Окей. Здесь тоже. Пока есть эссенция, можно, ребята, тратить. Так, и мы получаем с тобой новый уровень. 10 изумрудов в копилочку. Ну, плюс повышение наших, как говорится, статов. Так, Офелия, давай-ка мы посмотрим, что у тебя тут. Ага. Плюс 6, то есть получается 78, да? Ой. Что-то я ошибся, что ли? Так, ну здесь будет сколько? 76, по идее, должно быть. Угу. 76 к урону. Так, здесь будет 50. Инстинкт выживания. Так, где-то еще есть. Ага, вот. 10 очков опыта. Смятение. Слушай, смятение это случайно не то, что они будут сами себя там друг друга атаковать? И кто у нас тут? Огненные жуки. Надо будет вот эти вот взять. Видишь, тут стихии. Огонь. Перезовите 5 огненных жуков. И они еще делают ожог. Это должно быть очень круто смотреться, по идее. Так, улучшаем. Обугливание. Плюс у нас вот это вот есть. Арктическая броня. И торнадо. 101. Отлично. Так, где-то у него еще тут запряталось. Ага, вот. Коса из самоцветов. Нет, подожди, не это. Не коса, вру. Вот, гроза. 17500. Нифига зато урон, прикинь, 347 урон, ё-моё. Твердыня. 52 дает к броне. Ну, я бы не сказал, что это прям супер-пупер мощно. Так, здесь 85, да? 85? Нет, будет больше, по идее. 89. Так, и Левушка. У Левушки у нас львиный рык. Улучшить. Львиный рык не хочу. Я хочу, ребят, найти что-нибудь. Так, у нас вот есть что-то посерьезнее. Давай посмотрим. Смотрим именно по урону. У нас вот эта вот взята карта. Мурлыканье. А, она и даже не найдена. Ну вот, например, вот это вот можно взять, да? Полосните двух соседей. Вот так вот. Потому что, ну тут, подожди-ка.
Там было меньше намного, чем у нас. Тут 62 к атаке. Я думаю, что вот есть смысл вот эту карту брать. Так, 152, 79, 79 к урону. Мы даже можем с тобой вот это, наверное, взять. Нет, подожди. А, так оно у нас взято уже. Когти наружу. Не найдено. Надо именно те, которые есть у нас. Вот. Ну такая есть у нас. И это есть. Слушай, ну тут дофигища, ребята, этих карт. Карт у них много. А что тут вот моргает? А, ну это как бы мы с тобой открыли книгу. Наши ювелиры открыли свои двери. Самоцветы. Здесь можно создавать самоцветы для усиления параметров. Объедините две единицы рубиновой руды и создайте рубин. Рубины повышают здоровье. Ага, вот мы с тобой и дожили до этого момента. Замечательно, отличный цвет, прекрасная гранка. Теперь снарядите этот рубин. Снарядить. Не стесняйтесь, добавьте самоцвет снаряжения любого героя. Так, 20 к здоровью. Магия рубина повысила здоровье героя. Простые самоцветы создаются прямо из руды, но можно создавать и более мощные самоцветы, объединяя одинаковые камни уровнем пониже. Ну, так. Ага, тут еще скорость есть. Так, секундочку, а как мы можем, ну-ка. Ой, тут вообще какие-то супер-пуперские камни. Продать? Нет, продавать не хочу. Страшила, что ты дергаешься? Давай мы тебе 10 к защите поставим, хочешь? Вот. Так, Офелия, 10 к защите, бери. Так, стоп. А как он объяснял нам, что мы можем объединить камни-то? Ювелирчик, ты где? Ну-ка, дай-ка я гляну. Так, это мы с тобой создадим, да? Снарядить. О, создать. 20 к здоровью. Так, смотри внимательно. А теперь мы можем, наверное... Нет. Я думал, что если у нас там, например, несколько камней, например, те же самых рубины, да, то мы можем, например, вот их 20. Можем еще повысить, и будет там 30. Так, и здесь у нас есть, да, создать топаз. Вроде бы все, пока здесь ничего нету. Снаряжать не будем, пока, ребят, нету в этом надобности. А в дальнейшем, наверное, надо будет. Так, здесь забираем награды. Очень много что выполнено. Так, и у нас уровень команды вырос до 7-го. Превосходно. Здесь еще куча заданий. Ай, шикарно, ребята. Тихо, куда? Какой вперед, блин? Не надо мне. Страшило, все, успокойся. Начинает там уже радостно дергается. Не терпится ему в бой. Так, чудес нету, этого нету. А что у нас в чат тут? Добро пожаловать в чат. Пожалуйста, уважайте всех игроков. Не надо нормативной лексики, ненависти, спама или ссылок. Привет, 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 все здороваются. Так, ну что, у нас еще радужная дорога здесь откроется с 10 уровня. Это будет круто. Что за запись-то не могу? Так, друзья мои, вот эта запись, это можно транслировать свою игру. Но зачем? Нам это пока не нужно. Ну что, ребята, давайте я, наверное, на этой ноте закончу сегодняшнюю серию. Если вам понравилось, то пишите об этом в комментарии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.